сейчас очень много людей, которые напитались большим количеством всякой разной психологической информации, каких-то вот представлений, у них там в голове в каком-то смысле психологический бардак. И нужно время для того, чтобы этот бардак расфасовать, нейтрализовать то, что там является деструктивным, а у нас в обществе, к сожалению, сейчас циркулирует множество деструктивных установок, которые людям дают возможность как бы взять себе диагноз, найти объяснение своему состоянию, там, условно говоря, «я жертва абьюза». Это не значит, что не существует насилия в семье, но когда человек говорит «я жертва абьюза», дальше все вокруг должны бегать и, значит, искать способы его как-то утешить. К сожалению, это не конструктивная тактика. Есть вопрос того, как человек себя чувствует, есть вопрос его ответственности, которую он за себя, за свою жизнь принимает, да? Есть его поведение, которое он осуществляет, и есть, вот в чем глубинная психология, чего он на самом деле хочет. И когда мы через это пропускаем, то проблемы, которые казавшиеся ну, просто нерешаемыми, и там 100 лет психоанализа должны быть на это убиты, они достаточно быстро нейтрализуются.